Друзья, всем привет! Новые данные для граждан Средней Азии. Въезд на Кубу сейчас для вас осуществляется по следующим правилам. Если раньше можно было просто въехать там в Гавану или еще куда-то, и достаточно просто иметь паспорт, то сейчас вас на рейсы просто не посадят. Нужно сначала поехать в посольство Кубы здесь, в Москве, поставить специальную печать в вашем паспорте, и только после этого вам разрешат сесть на рейс. У нас сегодня большая группа. Я сейчас в зоне вылета. Улетела в Мексику. Это граждане Кыргызстана, которые летят подавать на убежище 9-й округ, штат Калифорния, который принимает беженцев. Это единственный округ, который сейчас принимает иностранных беженцев. Другие округа уже закрыты. Наш рейс через несколько часов. Друзья, очень рекомендую перед тем, как выезжать в Мексику, через любую транзитную страну, это может быть Куба или Евросоюз, проконсультируйтесь с нами, потому что все очень быстро, стремительно меняется, и авиакомпании деньги не возвращают. То есть, если вас не посадят на рейс из-за того, что у вас там что-то не стоит в паспорте, печати, которую вы, возможно, даже и не знали, деньги вам не вернут. Это круглая сумма получается. Там на семью можно попасть на 2-3 тысячи долларов просто из-за незнания. Мы этим вопросом занимаемся и отслеживаем текущую ситуацию ежедневно.